Земля органика и неорганика, нейробиология, реликтовое излучение, волновая функция, вселенное расширение. Волшебный и сказочный мир науки. Сегодня он приоткрывается для самых маленьких, для будущих инженеров и ученых. Впрочем, сегодня здесь и взрослые могут почувствовать себя детьми. Здесь все можно и даже нужно трогать руками. Эксперименты только приветствуются. Итак, корпус ТГУ по адресу Королева, 13. Здесь 9 февраля открылось научно-интерактивное пространство «Эйнштейн». Открытие состоялось в рамках Дней науки Института дополнительного образования «Жигулевская долина». Новое пространство – итог партнерства Тольяттинского госуниверситета и Музея занимательных наук «Эйнштейн». На церемонии открытия были специальные гости – ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Кришталл, глава городского округа Тольятти Сергей Анташев, а также известный шоумен, популяризатор науки Александр Пушной. Ну, никак не может не быть в городе такого замечательного музея «Эйнштейна», и «Эйнштейн» все-таки чуть-чуть более известный физик, чем Александр Пушной. Вот. Ну, другого известного физика в лице Александра Пушного, ну и, конечно, замечательного шоумена, мы не могли тоже не позвать на открытие, значит, музея Эйнштейна. Есть планы расширить это пространство, сделать его еще более интересным, насытить новыми направлениями, программами. И надеюсь, что ребятам будет интересно, городу нужны хорошие, подготовленные кадры, и на базе нашего опорного вуза у вас есть, ребята, возможность подготовиться к поступлению в этот вуз. Друзья, техническое образование в будущем обеспечит вам просто комфортную жизнь, вы будете понимать, что вокруг происходит. Если этого не делать, можно заниматься, конечно, лирикой и думать, что это все, что называется, непонятно откуда берется. Совершенно понятно, откуда берется. И к разговору о том, что сегодня мы увидим, да, сегодня будут небольшие опыты. Я пока не буду говорить ГОВ, пока не перепрыгну, потому что там будет пропан, это газ горючий. Вот, и, в общем, я надеюсь, все будет хорошо. Первые посетители музея, тольяттинские школьники, смогли узнать принцип работы волнового маятника, ощутить магию оптических иллюзий и даже попробовать достать самого Эйнштейна. Научно-интерактивное пространство «Эйнштейн» — это более 70 различных экспонатов на любой вкус и на самый пытливый ум. Гвоздем программы открытия, конечно, стали эксперименты в исполнении Александра Пушного. Ни в коем случае дома без руководства взрослых и даже с руководством взрослых делать. Обыкновенная, казалось бы, пенка, да, такая очень красивая, все по-домашнему выглядит. Парень правильно захмыкал. Как вы думаете, ребята, эта пена горит? В научно-интерактивном пространстве будут проходить занятия для детей, познавательные экскурсии. Эйнштейн будет интересен и педагогам. Студенты Тольяттинского государственного университета смогут проходить в Эйнштейне практику в качестве лаборантов, гидов, преподавателей, а также смогут реализовать свои проекты. Так что Эйнштейн становится нам все ближе. А кто такой Эйнштейн? Это ученый. Ну, ученый великий. А, знаменитый ученый. Великий ученый. Такой сумасшедший ученый. А для чего нужен этот музей? Не знаю. Чтобы узнать законы? Чтобы узнавать разные научные эксперименты. Для того, чтобы детям наглядно можно было показать законы физики, которые по учебнику достаточно сложно, может быть, было бы им понять. А тут наглядно и понятно. Для понятия детей о физике, о том, что мы обычно смотрим на обычные вещи, на которые мы смотрим только под другим углом. Чтобы это многое знать.
Научно-интерактивное пространство – это место, где каждый вне зависимости от возраста и профессии сможет открыть себе ученого. Эйнштейн уже ждет.